Караганде заместитель директора станции скорой помощи подрался на дороге. Момент потасовки врача запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения, и один из них наносит несколько ударов своему оппоненту. Инцидент якобы произошел из-за того, что один из автолюбителей подрезал другого. Установлено, что драку спровоцировал водитель красной легковушки. В облздраве отметили, что зачинщик извинился перед заместителем главы станции медпомощи, после чего конфликт был улажен.